Сегодня в меню – лимонная карамель. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Сахар – 1 стакан. Соль – 1 щепотка. Лимон – 1/2 штуки. Масло сливочное – 60 грамм. Вода горячая – 50 миллилитров. Тягучую карамель можно сделать еще вкуснее, если добавить в нее лимон. Лимонную карамель используют при создании различных сладостей – пирожных, тортов, трайфлов, капкейков. Подают с оладьями, блинами. Подготовьте указанные ингредиенты. Используйте качественное сливочное масло, заменять его спредом или маргарином нельзя. Сахар всыпьте в казан или ковш с антипригарным дном. Ошпарьте лимон кипятком, из половины фрукта натрите цедру в емкость с сахаром. Выдавите из этой же половины лимона сок и влейте в емкость. Влейте в емкость воду и перемешайте, поместите на плиту и доведите до кипения. Убавьте нагрев до умеренного и изредка перемешивайте карамель. Когда карамель приобретет красивый коричневый цвет, выложите в емкость сливочное масло и моментально перемешайте. Карамель может шипеть и брызгаться, поэтому обязательно быстро перемешивать все содержимое емкости. Как только масло вмешается, выключите нагрев. Перелейте карамель в баночку или пиалу, поместите на холод для загустения. Примерно на 30 минут. Карамель очень легко пережарить, тщательно следите за цветом расплавленной сладкой массы, чтобы она не подгорела. Помните, что она еще 1 минуту будет вариться без нагрева, поэтому выключайте нагрев чуть раньше, вмешивая в сахарный сироп сливочное масло. Спустя указанное время карамель загустеет и станет тягучей, можно подать ее к столу. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом рецепте друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!